Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели. Интернет-портал радиоцентра «Сангейтс» начинает свою программу сегодня. У нас четверг, 12 января, 11 часов, почти 11 часов в городе Чикаго. На восточном побережье Вашингтон, Нью-Йорк, это 12 часов дня. На западном побережье, в Калифорнии, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, это 9 часов утра, ну и 20 часов в этот час в городе Москва. И у нас на связи впервые очень и очень интересный и известный, я бы так сказал, человек. Ну, человек, который занимается 20 лет Таро, который является исследователем. Да, здравствуйте, Эльза Хапотниковская. Да. Прошу любить и жаловать. Ну, я немножечко, буквально, тут у меня целый список перечисления должностей, способностей, талантов. Это перечисление займет у нас всю нашу программу, поэтому давайте мы ее сократим 18 раз. И скажу только то, что это знаток и исследователь различных школ Таро. Французский, итальянский, германо-австрийский, британский. В общем, мне не хватает даже, так сказать, пальцев рук перечисления. Но ответственный секретарь на сегодняшний день Таро Королевской ассоциации французского Таро. Правильно я сказал? Да, вот. Да, то есть, как бы и места мало у нас в России, мы должны идти все дальше, шире и глубже. Да, Эльза, я рад видеть вас на экране, дорогие друзья. Ну, вы познакомитесь с Эльзой, когда эта программа будет обработана и выставлена в YouTube. Ну, а сейчас, вот впервые у нас такое понятие, как оракул в эфире звучит, потому что мы беседуем с генерал-полковником российского Таро, предводителем российской школы Таро Сергеем Савченко. Это мы с ним очень хорошо знакомы. А вот с Эльзой мы еще ни разу не встречались, и не было такого понятия у нас, как оракул. Эльза, поясните, пожалуйста, мне в частности, что такое оракул, кто это? Ну, я-то понимаю значение, допустим, да, и многие понимают, но мы понимаем так обиходное значение, вероятно, всего. Оракул — это предсказатель, правильно? Или что-то не так? Да, это, конечно, предсказатель. Ну, вообще исторически оракулы были в Дельфах, да, это, собственно, храмовые комплексы, в которых из-под земли выходили какие-то странные испарения, и в этих испарениях находились жрицы, и эти жрицы, испытав на себе воздействие этих удивительных испарений, начинали вещать якобы волю богов, а жрецы, находящиеся рядом, переводили заказчикам, то есть людям, которые подходили к этим храмовым комплексам, те вещи, которые вещали жрицы. Перевести эти вещи бывало иногда и сложно, но пожертвования делались храмом очень большие, и очень чтился особенно Дельфийский оракул. Но то, что исторически называлось оракулом, и то, что называется оракулом сейчас, конечно, это отличающиеся очень друг от друга вещи, потому что, собственно, оракулы как таковые, они появились, ну и вообще вся гадательная тема очень сильно начала развиваться в 18 веке в Европе. Безусловно, я не буду сейчас касаться ни Востока, ни каких-то других регионов, где эти практики существовали. Я поговорю сейчас только о Европе, и наиболее яркие оракулы, которые возникли в Европе в 18 веке, это карточные колоды 18-19 век. Конец 18 века. Это колоды, которые в корне отличаются от Таро, 18 тоже века, тем, что у них не обязательно есть какая-то система, у них нет обязательного количества карт. То есть, если в Таро их 78, как правило, то в оракуле их может быть 36, 32, 42, 54. И
они устроены по каким-то своим законам, которые не повторяются в колоде Таро. Я замечу еще такую вещь, что колода Таро, после того, как в ней появились прорисованные младшие арканы, возможно, генерал-полковник Савченко, конечно, мне возразил бы, но в данном случае я высказываю свое мнение. В начале 20 века в Таро Райдер-Вейт появились прорисованные младшие арканы, и это Таро стало гораздо ближе к оракулу, потому что оракул не архетипическая система, хотя архетипы там могут присутствовать, но скорее символическая. И символы в оракулах гораздо проще. То есть вот чем они отличаются, я уже примерно сказала. То есть карт может быть произвольное количество и может быть система совершенно разная, устройство или взаимодействие этих символов. Могут присутствовать игральные карты на каждой из картинок, могут не присутствовать, потому что оракулы, в принципе, создавались на основе игр интеллектуальных или игр с каким-то моральным подтекстом. И, например, вот самый знаменитый Майкл, если вы хотите задавать вопросы, вы меня можете перебить. Я пока покажу один из самых знаменитых оракулов. Я только хотел просто комментарий. До сих пор я считал, что оракул это личность человека. А вот вы говорите оракул, сама колода карт, это уже и есть оракул. Да, и получается, что если Таро – это на сегодня оккультная система, оккультная, да, работы, взаимодействия с собой, со своей личностью, со своей духовностью, оракул в основном служит для предсказания событий, и название личности перешло на карточную колоду или же на еще какой-нибудь инструмент, потому что, например, домино – и гадание на домино можно назвать оракулом. И на домино гадают, и на косточках, которые служат для игры, да, в кости, в кубики с числами, тоже гадают. Гадают очень на многих вещах. В принципе, для хорошего гадателя оракула, да, собственно, тот, кто берет в руки эти инструменты, он тоже может называться оракулом, потому что он, становится в этот момент проводником каких-то энергий, какой-то информации, которая к нему приходит на запрос человека, пришедшего к нему. Я хочу показать, во-первых, это очень красивая колода. И это ваш американский художник Чиро Маркетти. Эта колода называется «Малый оракул Ленорман». Это очень отдельная интересная тема. Хорошо ли видно? Выше, да? Такая очень красивая колода. Вот что-то действительно очень красивое. Да, она потрясающей красоты, сделана художником Чиро Маркетти, но история ее происхождения следующая. В 18 веке вообще гадательная тема была поднята со дна, что называется, историей. Очень активно. Но об этом, наверное, мы можем поговорить в другое время, не в этой передаче, не в этой программе, не в этот раз. А вот то, что я показываю, была создана, эта колода была создана на основе игры, которую придумал Иоганн Гаспар Гехтель, австриец, владелец гравёрных мастерских, издатель, и не только. Эта игра была придумана для солдат, как походная и карманная игра из 36 картинок, которые выкладывались в полотно 8 на 4 и еще 4 карты внизу. И на это полотно бросались косточки, которые показывали, сколько ходов можно сделать по этому полотну. И среди этих карт присутствовали символы христианские, которые
скажем так, с моральным подтекстом, которые позволяли человеку, подсказывали, на правильном ли он пути, позволяли понять, правильно ли он действует, правильно ли он двигается, ну, в игре, по жизни отчасти, да. И поскольку эта игра делалась как эксперимент, к ней присовокупили игральные карты. На каждой из карт, на каждой из картинок mm-hmm. есть вот внизу здесь игральная карточка. Например, карта клевер, вот это вот карта номер 2 в колоде Ленорман. Клевер. Это шестерка бубен. Игральная карта. Делалось это с той целью, если солдаты в походе устанут играть в эту интеллектуальную игру с моральным подтекстом, они могут просто поиграть в дурака, например, или в вист, или в пикет, ну, в общем, в любимую игру и более привычную. Поэтому до сих пор на вот этом малом оракуле остались игральные карты. Но постепенно в конце 18 века это было сделано как вот такая игра-полотно, но она не прижилась именно как игра. И постепенно она стала превращаться в некую гадательную колоду. Тем более, что она состояла из простых и понятных всем символов, картинок. А к тому времени во Франции жила прославленная, потрясающе знаменитая гадалка Мария Ленорман. И она была настолько популярна, что все, ну, что, скажем так, называлось ее именем, сразу становилось популярным. Она жила в Париже, она прошла нелегкий путь, она училась у лучших учителей своего времени, тем более это был слом эпох, французская революция, и она освоила и нумерологию, и френологию, и огромное количество наук, которые сделали из нее сильную оккультистку. При этом она была хорошей политической интриганкой и любила говорить о том, что для того, чтобы работать с господами, надо работать с информацией, исходящей от их прислуги. Она была и ясновидящая, и интриганка, и интеллектуалка, и потрясающая дама, которая написала огромное количество мемуаров, и эти мемуары были изданы в количестве, в большом количестве томов. Там не было описано, как она гадала, но она настолько точно предсказывала будущее деятелям французской революции, русским декабристам. Кстати, ее называли «Черной Марией», потому что ее предсказания часто касались гибели тех людей, которые к ней обращались. Но опять же сейчас, наверное, я не знаю, стоит ли говорить о ее истории, ее жизни, это отдельная интересная тема, которой мы могли бы коснуться, да? Но я все же возвращаюсь к колоде, которую я вам показала, красивой колоде. Конечно, она существует в разных вариациях, в разных исполнениях, но она чрезвычайно популярна. Скажем, вторая по популярности после колоды Таро Райдер-Вейт. Да, это вторая колода в мире по популярности. Она не так проста, как может показаться на первый взгляд, но еще у нее есть интересное свойство. Она иногда отвечает на вопросы, которые ей не задаешь. Вот это основное свойство оракула. То есть оракул – это вообще воля Бога, да? Ну, если изначально исторически соотноситься с понятием оракул, которое транслируется через гадателя, через предсказателя. Эльза, да. Вопрос. Да. К сожалению, слышу эхо. Не знаю почему. Я слышу голоса на вашем компьютере. Нет, тут уже трудно чего-то будет сделать. Вы не крутите камеру. В следующий раз, наверное, надо будет эти headset. Наушники. Гарнитуру, не знаю, как ты называешь. А у меня вопрос такой к вам. Как вы говорите, получить ответы на вопросы, которые не задавались? Не получится ли так, что человек
ну, как бы сказать, вот ему что-то привиделось, можно трактовать. Ну, не спрашивает, вдруг ему что-то приходит такое непонятное. Да, как это так? Ну, я, конечно, исхожу из большого опыта работы, а если это связано с начинающим гадателем, да, безусловно, есть момент того, что ему могло это привидеться. Я просто могу рассказать одну интересную историю о том, как я со своей подругой Анной Котельниковой в свое время была в историческом музее в городе Москве, и... В это время в музее проходила выставка игральных карт в отделе дерева. И нас допустили, ну, в основном Анну, как автора книги по оракулу Ленорман, первому в России, допустили к историческим картам, посмотреть на колоды и так далее, и дали нам в руки одну из исторических колод Ленорман, ну, подобную Ленорман в российском исполнении. Анна была, в общем-то, уже опытным гадателем, но она вот просто взяла в руки колоду и, ну, перетасовала карты с интересом, ну, можно сказать, даже с вожделением, потому что она питала огромную любовь к этой колоде и просто спросила, что хочет сказать ей эта колода. И эта колода ей выдала крест. Крест – это не очень красивая карта, скажем так, не очень красивая по значению, потому что она несет очень большие испытания. И часто, ну, крест в христианстве, понятно, да, что значит. Кроме того, он как бы перечеркивает в каком-то смысле жизнь человека. Нет, это не фатально, потому что в колоде всего 36 карт, и вопросов можно задать к ней очень много, а карты могут выходить похожие, да, или даже те же самые, но очень разные вопросы. Но она почувствовала в этой колоде, в этом ответе, в этой карте нечто неприятное для себя. Ну, недаром же, да, Ленорман называли Черной Марией. И она отбросила эту колоду и сказала: «Фу, какая она злая». И вот это, к сожалению, карта явилась для нее роковой впоследствии, через несколько лет. Через несколько лет. Но карты предупреждали ее о трагедии, разные карточные колоды предупреждали ее о трагедии многократно, и тогда даже, когда она об этом не спрашивала. Вот, собственно, я, конечно, рассказала немножечко мрачный пример. Но Хорошо. Эльза, ну, вот вы в своей практике используете разные варианты, правильно, колод? Да. И Таро, и Ленорман, другие какие-то колоды. Какая самая для вас главная, что ли, колода? И проверяете ли вы потом уже на других колодах то, что вам поступила информация? Всегда ли проверяете? Вы знаете, да. Я, во-первых, общаюсь с людьми, ну, прежде чем они задают вопросы, если только их ситуация не крайне запутанная, которую я, в принципе, не смогу понять с первого подхода. Я прошу не задавать вопросов, а выкладываю карты, просто как диагностический расклад делаю, аналитический, диагностический, и пытаюсь понять, с чем человек ко мне пришел. Это нелегкая практика, но я выкладываю сначала вертикаль колоду Райдер-Вейта, и затем делаю классический русский расклад на Малый Ленорман. Но это оба аналитические расклады, из которых я пытаюсь извлечь информацию о состоянии, настроении пришедшего ко мне с вопросом человека. Я говорю, что вот я вижу так, если я ошибаюсь, значит, возможно, между нами нет синхронии какой-то, да, и нам будет сложнее работать, если я вижу хотя бы относительно то, с чем он пришел, работается, как правило, легче, и человек, естественно, ну, больше готов, что ли, верить тому, что карты ему предсказывают на будущее, потому что возник синхрония. Ну и, соответственно, я проверяю Вейта Ленорман, а Ленорман Вейта.
Понятно. Ну, как бы подтверждаем, да. А скажите, как правило, к вам приходят люди, ну, которые хотят узнать о себе? Или, возможно, могут приходить люди, которые хотят узнать о ком-то? Есть ли в этом случае разница? Ну, ко мне приходят люди, которые в первую очередь хотят узнать о себе. Но очень часто о себе — это значит о своих близких, об отношении близких к себе. И, конечно, я знаю просто этические нормы, например, работы в Великобритании. Там не положено задавать вопросы о третьих лицах. В России, конечно, практика несколько иная, и гадалка, ну, в общем-то, почти обязана ответить на вопросы, если к ней обратились, о супруге, о родителях, часто о людях, которые, ну, прямо не связаны с семьей, то есть о любовницах, любовниках и так далее. Русский заказчик требователен на этот счет. Это не всегда корректно, это не всегда тактично, это не всегда приятно отвечать на такие вопросы, но часто приходится это делать, поскольку благополучие обратившегося взаимосвязано со всеми теми людьми, о которых он задает вопрос. Угу. Если я понятна. Да, это... да, абсолютно, абсолютно понятно. Хорошо. Хорошо. Давайте мы проведем некоторый эксперимент. Угу. У меня недавно была передача на моем канале, и она называлась «Загадка перевала Дятлова». Знаете такое, да? Да, знаю. Да, да. Группа восходителей, не знаю, альпинистов, погибла, и до сих пор неизвестны обстоятельства гибели, причем совершенно невероятное количество гипотез, в том числе каких-то мистических, выражение ужаса, застывшее на лицах людей, зимой при температуре -30, -40, в одном белье выскочивший на мороз лютый, что-то заставило их выскочить из палатки, и на этот счет есть, я повторяю, огромное количество гипотез. Заглянуть туда, естественно, мы не можем. Не знаю, обращались ли к вам по этому поводу с вопросом. Ну, просто вот как вы считаете, можете посмотреть. Я вам упрощу задачу. Это была видимая причина, скажем, материальная какая-то причина, которую как можно объяснить. Или это была какая-то все-таки мистика, связанная, ну, не знаю, они увидели какое-то просто невероятное какое-то существо или что-то, или это было... Вот такой вопрос. Да, ко мне с таким вопросом, если честно, не то чтобы не обращались. Я не очень люблю, наверное, рассматривать такие вопросы, потому что здесь есть тонкая грань между действительно чем-то сверхъестественным и нормальным, паранормальным и нормальным. И иногда, вот, например, так же, как нельзя смотреть умерших людей, ну и причину их смерти до 40 дней после их смерти, также, наверное, надо очень аккуратно действовать вот с такими паранормальными вещами. Но я попробую. Во всяком случае, хотя бы задам вопрос. Ну, об этом своей коллеге. Не так, чтобы вам это как-то повредило. Ну, я надеюсь, что мне это не повредит. Я действительно задам вопрос, как вы достаточно его неплохо упростили. Это было что-то сверхъестественное или это был материальный какой-то раздражитель. У меня выпала на сверхъестественная карта горы. Я ее, пожалуйста, показываю. Да? Это 21-я карта. Обычно, ну, они были на перевале, они были в горах. И когда я спросила о сверхъестественной причине возможной, выпала карта гора. На вопрос о том, было ли это что-то материальное, выпала карта женщина. Карта
по номеру старше, чем карта горы. И можно было бы заподозрить о том, что это действительно какой-то материальный раздражитель или причина материальная. Но женщина – это скорее человек, который первый среагировал на то, что произошло. Там были женщины, насколько я помню. Да. Возможно, просто на то, что происходило, отреагировала первая женщина, и, возможно, та паника или то состояние ужаса, которое она испытала, передалось всем остальным. Причина, судя по всему, очень сильная синхрония. Люди находились в горах, и выпала карта горы на мистическую причину, сверхъестественную причину того, что произошло. Я считаю, что это какие-то паранормальные явления, которые находятся именно в том месте, на том перевале, именно в тех горах. Вы знаете, я задавал такой вопрос вашей коллеге. Ну, имя не стоит озвучивать. Она тоже гадает на картах, Ленорман, и сама парапсихолог. Экстрасенс, она говорит, по ощущениям, это кто-то вышел из горы. Вот просто раскрылась, скажем, гора. И оттуда появилось кто-то совершенно непонятный, совершенно, наверное, какое-то мистическое, не знаю, существо или нет, что послужило вот всему этому. То есть это не материальная причина. Это паранормальное явление, действительно. Так что, да. Ну, понятно, что все паранормальные явления не и называются против нормальных явлений. То есть это то, что необъяснимо, то непонятно. А ученые должны как-то это все объяснить. Поэтому они объясняют так, как они хотят объяснять, за уши притягивая гипотезу к действительности. Спасибо, это интересно. Дорогие друзья, я хочу напомнить, я обращаюсь к нашим радиослушателям и к YouTube-зрителям, которые будут смотреть эту программу. Мы беседуем с очень известным человеком, гадалкой, членом Королевской ассоциации французского Таро, Елизаветой Путниковской. И это наша первая передача. Я надеюсь, что мы будем продолжать эту передачу. Более того, что у нас как бы запланирована еще встреча с генерал-полковником российского Таро. Вообще-то, знаете, выше генерал-полковника есть только генерал... Ну, в общем, как в том анекдоте, если бы я мог выговорить это слово, то я бы давным-давно уже был, а пока я всего лишь маршал. Поэтому выше этого уже практически нету. Вот мы на двоих, на троих, не знаю, сообразим. И сделаем такую передачу, надеюсь, это будет интересно. Поэтому, дорогие друзья, готовьтесь, это уже наши радиослушатели, задавайте вопросы. Но, вы знаете, в отличие, скажем, от Сергея Савченко, который не очень любит, мягко говоря, гадать, вот Эльза гадает. Поэтому, ежели есть, хотя есть специфика ее работы, да, мы говорили, то есть она как бы клиентов особо не ищет, она не работает каждый день, она работает только, ну, так сказать, по состоянию, по ощущению, и это здорово, замечательно, потому что иначе работа превращается в рутину, исчезает процесс, скажем, творчества, с моей точки зрения. И это, да, и мне это ближе. То есть вот есть у меня ощущение, что мне хочется это делать, и я хочу, почему я должен это делать, если кто-то мне это навязывает. Это, даже если мне за это платят, в конце концов. Это неинтересно. Эльза, давайте мы перейдем к практическому человеку, который сидит вот прямо перед вами. Да, вы мне скажите такую вещь интересную. У меня недавно, поскольку веду много программ, и вы это знаете, был какой-то такой энергетический такой пробой в моем поле. И даже известна, так сказать, личность, которая это все сделала. Вы могли бы описать эту личность как гадалка? Вот такой у вас к
вам интересный вопрос. Ну, я попробую сейчас это сделать. Первое, это мужчина или женщина? Второе, кто по описанию? Потому что мне несколько человек сказало уже, и мне просто интересно, как вы это оцените. И насколько это было серьезно, вот так? Первый вопрос, мужчина это или женщина? Я склоняюсь к тому, что это мужчина. Я не знаю, что сказали мои коллеги, но из моих карт вытекает то, что это был, скорее всего, мужчина, который вам, ревностно очень относится, да, другими словами, просто завидует. Это мое мнение. В таком случае, у меня вспомогательный вопрос. На какой территории находится этот мужчина? Территория в смысле Соединенные Штаты или другая страна? Да. Скорее всего, Соединенные Штаты. Я лично не знаю. Хотя всяко. Да, это Соединенные Штаты, Майкл. Тот город, в котором я живу. Да. Понятно. А насколько это было серьезно? Или насколько это есть серьезно? Сейчас. Я бы сказала, что этот человек, во всяком случае, рисуется, если не вашим другом, то достаточно приближен к вам. И, возможно, у вас есть даже некое сотрудничество или какие-то точки пересечения в работе. Или были. Сейчас я посмотрю. Скорее были. Да. Угу. Насколько это серьезно? Это довольно серьезно, вы знаете. Если я правильно понимаю, этот человек имеет представление о неких энергетических практиках. Может быть, это космоэнергетика, может быть, это какие-то, может быть, он занимался боевыми искусствами или какими-то медитативно-энергетическими практиками, в которых он научился концентрироваться очень здорово. Плюс он присовокупил к этому книжные какие-то знания, и это сделал он сам, вы знаете. Посыл был, я вижу, что это был он сам. А описать, с этим будет, конечно, немного сложнее, но я попробую. Честно сказать, вы меня озадачили несколько. Да. То есть это неожиданно, да? Это неожиданно. Но это какой-то менеджер. Этот человек работает в эшелоне менеджмента. И это связано с биржевой игрой или с чем-то подобным. Он явно с вами пересекался по работе и, возможно, состоит с вами в переписке на сегодня даже. Описать его. Он достаточно крупный. Возможно, сединой. Я бы сказала, что он не склонен к облысению. Человек, выглядящий достаточно интеллектуально, но все-таки крупный по складу, достаточно высокий и немножко грузноватый, я думаю. С проседью, сильной проседью. Но не абсолютно седой. Скорее коренастый, чем высокий. Наверное, глаза светлые и немного, я бы сказала так,
в одежде не соблюдает классических канонов, а может быть несколько вольно позволяет себе одеваться, но, скажем так, не пиджак и галстук, а, ну, возможно, какой-нибудь там шейный платок или ну что-то не вполне традиционное позволяет себе в одежде. Может быть, джинсы, пиджак, вот что-нибудь в этом роде. Ну, последний вопрос. Да. Последствия не будут трагическими. Нет, трагическими не будут. Хотя, скажем, посыл был довольно сильным. Я знаю просто людей, которые, например, даже вот в Москве в свое время я работала, когда в культурном центре «Путь к себе», «Белые облака», мы там сидели на виду, ну, гадалки, и к нам мог подойти любой человек, и иногда к нам приходили. Ну, я чуть-чуть отвлеку, да, внимание, просто хочу объяснить, что я имею в виду. К нам приходили всякие забавные люди и рассказывали, например, вот один клиент ко мне сел, вопросы у него были по своей жизни, но он рассказал мне, как он приходит в этот культурный центр, в этот эзотерический магазин, выбирает себе клиента, потому что он занимается энергетическим кунг-фу. Выбирает себе объект человека, который, например, там книги рассматривает на полках, представляет себе, что концентрируется на энергии его позвоночника, а потом выдергивает энергию из позвоночника этого человека. И я видела, он на моих глазах просто вот проделал эту штуку, и человек потерял сознание при мне. То есть есть действительно люди, которые обладают такими умениями, но они их развивают специально. Другой, на мой взгляд, неприятный вопрос – почему они с этим обращаются так вольно и корректно ли то, что они умеют применять на практике. Возможно, человек, о котором я говорю, может быть, он, конечно, не обладает прямо такими талантами, но что-то, чем-то таким он занимался. Возможно, он психолог или коуч. А последствия, ну нет, они, конечно, не роковые. Я бы сказала, что это похоже на... Просто, ну, просто вот заболевание такое, недомогание сильное, сильное недомогание. Понятно. Понятно. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Последний вопрос. Если бы я, допустим, или кто-то, допустим, вот вы описали человека. Если вам показать такого человека, предположительного, вы могли бы определить его, да? Так было бы проще. Я думаю, что да. Ну, тогда может быть, вне эфира мы попробуем. Хорошо. Эльза, я полагаю так, что это было действительно очень интересно, очень необычно. И думаю, что программа не объявлена. А у нас спонтанная была, связанная с Новым годом, с праздниками, с различного рода занятостью и у вас и у меня. Но Михаил Данович, да. И мы продолжим наше общение, наши беседы. В ближайшем будущем мы выйдем еще раз в эфир. Ну и спасибо большое. Это было действительно очень необычно, очень интересно. С моей точки зрения, мне было очень интересно. Думаю, так что нашим радиослушателям, телезрителям, YouTube-зрителям это будет интересно. Программа записывается, она будет выложена в YouTube, и все могут, включая вас, с ней ознакомиться. Спасибо большое. Спасибо вам. До новых встреч. Благодарю за внимание.